Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Ирина Кузьмич, и мои коллеги-журналисты БукТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. В горосполкоме подвели итоги реализации государственной молодежной политики в Бресте в 2020 году. Грамоты и подарки вручены руководителям общественных объединений и организациям, участвовавшим в реализации государственной программы «Образование и молодежная политика». Эффективная работа городского транспорта равно удобство и комфорт гостей и жителей областного центра. Большое интервью с директором коммунального унитарного предприятия «Брестский общественный транспорт» Игорем Цыруком. Чтобы удар рублем не стал для вас нокаутом, раскрываем некоторые схемы действий банковских аферистов и даем советы, как обезопасить себя от мошенников. Благотворительный марафон «Добра наши дети», который уже четверть века помогает детишкам стать немного счастливее, завершился. Сколько заветных желаний удалось исполнить в этом году, сколько неравнодушных сердец откликнулось на призыв добра, анализируем и восхищаемся. В Брестском городском исполнительном комитете прошла торжественная церемония награждения соисполнителей программы «Образование и молодежная политика» в 2020 году. На торжественном приеме руководитель города Александр Гачук подчеркнул, что в зале собрались те, кто непосредственно участвовал во всех мероприятиях, касающихся вопросов реализации государственной молодежной политики. Таковых немало, и сделано ими много, несмотря на то, что год 2020 был сложным. Это и общественные объединения, учреждения дополнительного образования, и два университета города, организации спорта и культуры, предприятия торговли и сервисные организации, а также руководители городских средств массовой информации. Продолжение темы в первом материале выпуска. Со своеобразного итога года ушедшего начал торжественное мероприятие председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук, подчеркнув, что 2020 уже ушел в историю, он стал самым, что ни на есть, високосным. Произошло столько судьбоносных для всего мира событий, что назвать его сложным, значит не сказать ничего. Он просто трэшевый год. Но, несмотря на это, люди консолидировались, поняли, мне плохо, а кому-то еще хуже, надо помочь. И помогали, работали в широком понимании этих слов. Прошедший год, 20-й, имел свою специфику. Какая она, хорошая, плохая, она такая, какая есть. Это те вызовы, это те обстоятельства, в рамках которых мы должны работать и эффективно работать. Поэтому стонать о том, что вот плохо, давайте подождем, пока все улучшится и прочее, прочее, наверное, это не совсем правильная тактика, надо адаптироваться к ситуации, потому что некоторые вызовы носят не только глобальный характер, но и, скорее всего, долгосрочный характер. Вот. И спокойно, адаптировавшись в этих условиях, работать, двигая город, страну вперед. И никакого самоуспокоения быть не должно. Легкий кураж, легкое желание быть победителем, а может даже не легкое, а устремленное желание быть первым и лучшим во всем. И оно идет в совпадение, как сейчас можно говорить, синергия, мотивации, и в итоге мы лучшие. Брест лучше. И даже в непростой 20-й, благодаря людям неравнодушным, инициативным, реализовывались многие проекты, в том числе и в рамках государственной молодежной политики. Помогали и помогают нуждающимся в пиковое время пандемии организации и предприятия, общественные объединения, шили маски, спецкостюмы, готовили обеды для медиков, снабжали пенсионеров продуктами питания, но никто не отменял и другие дела. Акции, субботники, марафоны, студенческие отряды и даже встречи. Мы, наверное, радуемся тем, что в этом году городу Бресту получилось принять молодежный поезд, который объехал ряд городов города Республики Беларусь, и на сутки оставался в городе Бресте, и молодежь республики, она познакомилась с историей, культурой города Бреста, с бытом, с молодежью нашего города. То есть, это, наверное, тоже стоит отметить, как такое достаточно неплохое событие. И все это подчеркивал Александр Рогачук благодаря четкой и слаженной работе всех соисполнителей. Спасибо вам, что в своей работе вы уделяете большое внимание работе с молодежью. И я
абсолютно уверен, что тот руководитель, который понимает важность компонента формирования молодого человека как гражданина, патриота, брестчанина, тот и добивается успехов в своей производственной деятельности. Это абсолютно очевидно, это аксиома. И хочу заверить, что в 2021 году, вне зависимости от ситуации, мы все равно продолжим поддержку молодежного движения в рамках БРСМ, в рамках других общественных инициатив, молодежных инициатив. Мы продолжим поддерживать креативные идеи молодежи, которые должны быть, потому что я не вижу современный развивающийся город Брест без современной, высокопатриотичной брестской молодежи. Если наши молодые ребята будут любить свой город, любить свою страну, активно участвовать в ее преобразовании, тогда будет успех, в том числе и нашего города. За добрые дела следует благодарить, а потому грамоты и подарки коллективам – заслуженная награда за труд, за отзывчивость, за то, что работал принцип «кто, если не мы». Награждали руководителей молодежных объединений, университетов, центра дополнительного образования, спорта, торговли, сервисных организаций. Но это общая оценка труда людей, коллективов. За освещение мероприятий по реализации молодежной политики отмечены два городских телеканала. Для БукТВ это высокая оценка труда, а также редакция газеты «Брестский вестник». Молодежная политика – это у нас вообще в приоритете в государственном, но и в частности в «Брестском вестнике» в том числе, потому что мы омолаживаем свой коллектив и видим в этом большие дивиденды, потому что чем моложе, чем креативнее люди, которые приходят к нам работать, тем мы становимся более современными и нужными нашему сегодняшнему обществу. Поэтому вот тем, кто сегодня у нас молодняк совсем-совсем, вроде бы желторотики, да, но эти желторотики еще иногда нам фору дают, вот честное слово. Поэтому для нас, мы считаем себя молодыми и будем вечно молодеть, тем более с таким коллективом. И как заключительный аккорд встречи напутствие молодым руководителям. Есть люди, устремленные на лидерство, а есть ведомые люди. Вы, вот молодые прежде всего люди, вы лидеры по определению уже. Вы лучшие. И вы сейчас создаете, вот в это, участвуя в молодежном движении, в формате, опять же, в любом формате, вы задаете себе задел, фундамент, базис, как угодно называйте, для того, чтобы потом себя в этой жизни реализовать. Стать ректором, как наши уважаемые руководители, стать руководителем предприятия, председателем горисполкома. Ради бога, тут полно, поэтому вы молодцы. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич для программы «Итоги недели». На протяжении нескольких месяцев по всей Беларуси работали специальные дискуссионные площадки, на которых обсуждались предложения по усовершенствованию законодательства и рассматривались возможные варианты дальнейшего развития страны. Брестчане могли прийти и выразить свое личное видение поправок в Конституцию в общественных приемных, на онлайн-платформах или на форуме «Берестейский диалог», который в несколько этапов проводился на территории нашего города. Все предложения и инициативы были внимательно изучены, а итоги будут подведены на 6-м Всебелорусском народном собрании, которое пройдет 11 и 12 февраля в столичном дворце республики. Масштабный форум примет 2700 делегатов, представляющих все регионы Беларуси. Знакомим вас с делегатами от города Бреста. В делегации, которая представит наш город на 6-м Всебелорусском народном собрании, 77 человек, 26 из которых являются членами депутатского корпуса. Алла Старикевич – одна из них. Бессменный председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин» на протяжении 10 лет, депутат городского совета, а также директор средней школы номер 6 города Бреста, миссию представлять интересы брещан она считает почетной и ответственной. А необходимость поправок к Конституции действительно актуальной. Конечно, приятно. Приятная миссия для меня быть делегатом Всебелорусского собрания, тем более работая в общественных приемных, мне приходилось слышать и пожелания, и высказывания общественности города. И мне как депутату городского совета на прием приходит и как раз округ Киевка, как раз именно тут, где находится наше учреждение образования, тоже выходит, высказывает свои пожелания. И изменения в Конституцию наверняка уже
назрел этот вопрос, и статьи, которые есть, они должны отредактироваться и дополниться. В школе, которой руководит Алла Александровна, свыше 300 учеников и более 60 единиц персонала. Но несмотря на высокую занятость, она успевает координировать множество вопросов, касающихся как внутришкольной деятельности, так и общественных инициатив. Поэтому пункты, которые хотелось бы обсудить на Всебелорусском народном собрании, собирательное мнение жителей ее округа, всех горожан. Это и вопрос статуса государственного языка и внесения изменений в закон о семье и браке, о социальной ответственности за воспитание детей. Обращение, которое идет именно от жителей нашей Киевки, это внесение в закон семьи и брака. И я хочу сказать, вот эта статья в Конституции, которая есть, конечно, хотелось бы ее дополнить, хотелось бы эту статью закрепить, что в семье должны быть и мать, и отец. Мы выступаем за то, чтобы дома семейного типа продолжали свою работу, и мы видим в этот результат, и результат, конечно, очень хороший, даже на примере нашего города, и в Ленинском, и в Московском районе есть дома семейного типа. И мы видим результат, что дети, которые проживают не в интернате, а проживают в домах семейного типа, они имеют другой опыт социализации. Представители образования и общественных объединений – эксперты своей области. Но не менее важно и то, что среди делегатов от Брещины есть опытные руководители-медики. Ведь и по сей день во всем мире и в нашей стране вопросы здравоохранения остаются ключевыми. Являясь делегатом на Всебелорусское народное собрание, я в первую очередь представляю срез от здравоохранения, от медицины. Поэтому нашим пожеланием, которым будем предлагать, это, конечно, сохранить социальную ориентированность нашего здравоохранения, его доступность для всех слоев населения и независимо от социального статуса, места проживания и рост, конечно, этой доступности. Мы будем выступать за увеличение, за улучшение ресурсной базы здравоохранения. Это позволит еще больше интенсифицировать медицинский процесс и увеличить его доступность для людей. Также одним из направлений – это оплата труда медицинских работников. В разгар пандемии Первая Брестская городская больница стала одним из эпицентров сражения с коронавирусной инфекцией. Спасая жизни, здесь работали в режиме 24/7, не жалея себя. Пришлось принимать нестандартные решения и задействовать все человеческие и материальные ресурсы. Поэтому мнение таких управленцев, как Эдуард Васильевич, является весомым при принятии судьбоносных решений для страны. Это очень почетно для любого человека быть делегатом, быть избранным делегатом на Всебелорусское народное собрание и представить определенный слой общества, либо сферу деятельности и донести, выразить мысли, которые есть. Людмила Логодище, Андрей Щерба, Александр Макаревич для программы «Итоги недели». Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим об актуальном. Эффективная работа городского транспорта равно удобство и комфорт гостей и жителей областного центра. Принцип был взят на вооружение руководством новой организации – коммунального унитарного предприятия «Брестский общественный транспорт». Как стало известно, в начале января в эту структуру реорганизовано открытое акционерное общество «Брестский автобусный парк». Со временем в систему войдет и троллейбусное сообщение. С учетом ввода дополнительных транспортных развязок, а также строительства новых жилых районов, сегодня перед структурами, регулирующими городские перевозки, встали сразу несколько принципиальных вопросов. Какие маршруты рациональны, а какие все же нужно переориентировать или упразднить? Как сделать плату за проезд более доступной? Удобна ли существующая схема транзита по городу? Об этом наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая спросила руководителя коммунального унитарного предприятия «Брестский общественный транспорт» Игоря Црука. Главные тезисы большой дискуссии из первых уст в нашем следующем материале выпуска. Общественный транспорт – одна из важных составляющих эффективной городской логистики, основа системы качественного перемещения брещан и гостей областного центра в его разные уголки. Только автобусным сообщением ежедневно пользуются более 86 тысяч человек. Если к этому количеству добавить пассажиров троллейбусов, цифра практически удвоится. Учитывая общее население областного центра, можно уверенно сказать, что услугами общественного транспорта ежедневно пользуются треть жителей Бреста. Как рассказал директор предприятия «Брестский общественный транспорт» Игорь Царук, система городского сообщения постепенно пришла
к этапу перемен, и для ее более качественного функционирования необходимо единое управление всеми пассажиропотоками. В начале 2021 года прошла процедура реорганизации акционерного общества в коммунальное унитарное предприятие. Для чего это было сделано? Это первый шаг на объединении всего общественного транспорта и автобусных парков, и троллейбусного парка в единую структуру. Юридическое лицо уже создано, это коммунальное унитарное предприятие «Брестский общественный транспорт». На сегодняшний день уже принято решение горисполкома, где четко прописано, что до 1 апреля пройдет процедура присоединения к Брестскому общественному транспорту еще и троллейбусного парка. И фактически будет одно юридическое лицо, которое будет организовывать перевозки общественным транспортом в городе Бресте. Сегодня в диспетчерском пункте благодаря системе контроля специалист координирует пассажиропотоки, а также то, как движутся автобусы по маршрутам областного центра. Вся информация обновляется в режиме реального времени. Это дает возможность быстрее оценить сложившуюся обстановку и в случае ДТП или поломок оперативно решить проблему заменой транспорта. Зеленое обозначение – это автобусы. Они в движении. Если стоит буква А, красный цвет, значит, это определена остановка в данный момент, где находится автобус. Мы можем увидеть номер автобуса. То есть я вот подвожу курсором, стрелочкой. Я вижу, что это сразу мне дается определение. Маршрут, график, смена, номер машины, данные, марка машины и на каком остановочном пункте он находится. За последние несколько лет в областном центре появилось больше транспортных развязок. Их включением в транспортную систему сейчас занимаются специалисты горосполкома. Задача пересмотреть логистику и оценить перспективность разных маршрутов. Мы сегодня объявили тендер на схему организации общественного транспорта. Пересмотреть маршрутизацию городского транспорта в городе с учетом и нового западного обхода, с учетом тоже новых улиц, новых районов и вот жизненной необходимости, вот где общественный транспорт более необходим и целесообразен. Следующий запланированный шаг – работа над созданием пересадочных пунктов в центре города, а также совершенствование системы оплаты проезда, внедрение в процедуру опробованных современных технологий. Для удобства пассажиров рассматривается вопрос проездных билетов, талончиков. Здесь тоже будем думать. Пора уходить уже от разных видов проездных, логики в этом нет. Это будет однозначно один проезд. Надо использовать побольше возможностей электронной оплаты, возможно, почасовой оплаты. Но это пока планы, к которым мы потихонечку будем приходить. На сегодняшний день задача одна – никого не сократить, в рамках оптимизации разработать оптимальную структуру. Да? И, не дай бог, не допустить сбоя в движении общественного транспорта. Постепенно заполняющиеся жильцами новые жилые районы также не должны остаться без транспортного сообщения, даже если они находятся достаточно далеко от центра. Где есть люди, там будет возможность для выезда в город. Вместе с автобусами, троллейбусами, маршрутными такси на линию вскоре выйдут электробусы. Сейчас на предприятии ведутся подготовительные работы, чтобы как только машины поступят на обслуживание, вывести их в город. Транспорт ходил и будет ходить всегда там, где живут люди. Единственный нюанс, что не всегда ширина проезжей части позволяет двигаться там общественным транспортом. Я уже не говорю про троллейбусы, да? В таком случае однозначно там маршрутки, маршрутная сеть, она будет развиваться, то есть туда будут участники. И очень активно сейчас рассматривается вопрос электротранспорта. Но здесь тоже надо спокойно, осторожно, взвешенно, потому что у нас не готовы еще ни ремонтные мастерские, люди не обучены, потому что любой транспорт он раньше или позже ломается. Любой транспорт требует обслуживания. Подготовка людей, изучение материально-технической базы транспорта, да, обучение. И потихонечку будем уже использовать электротранспорт, и не только троллейбус. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич. Итоги недели. Мороз. Брещане, торжествуя, активно выходят на катки и лыжные трассы, остря коньки, смазывая полозья санок и лыж.
Действительно, такой момент упустить просто невозможно, а синоптики утверждают, что активный минус еще продолжится. Для одних это повод для радости, для других – заботы. У специалистов коммунальных служб начался жаркий сезон. И если в этом случае на уборку городских территорий выходит армия дворников, а в помощь им специальная техника, то ответственность за частное подворье лежит на плечах домовладельцев. А если нет возможности и сил человеку очистить участок от снега? Это про пожилых людей. На помощь приходит активная и неравнодушная молодежь. Маленькая, седовласая, но очень активная женщина Раиса Горбашук свои 93 года не любит сидеть на месте. Человек, который прошел все тяготы Великой Отечественной войны, участвовал в партизанском движении, Раиса Никитовна привыкла все делать самостоятельно. Только в этом году, поделилась женщина одной, стало сложнее содержать двор в чистоте и порядке. Годы все-таки свое берут. Выхожу маленько, с палкою, вот у меня мой помощник. Мне уже 90 лет. Но до сих пор выходите на улицу? Выхожу, конечно. Выхожу и подметаю, если надо. Ну, в общем, все делаю, что надо. И собачка у меня, накормлю собачку. Несмотря на то, что Раиса Горбашук является подопечной территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района города, помочь ей в уборке придомовой территории социальный работник не может. Ограничен во времени. Но выход из этой ситуации есть. Посильную помощь оказывают неравнодушные молодые люди, члены БРСМ. Часто мы обращаемся за помощью к молодым людям в осенне-зимний период, когда нашим подопечным, одиноким пожилым гражданам и инвалидам наиболее необходима помощь в уборке придомовой территории. Социальный работник, он самостоятельно не справляется с таким объемом работы, потому что время пребывания у подопечных ограничено, а услуг надо оказать много. И поэтому мы обращаемся к молодым ребятам, которые осенью чистят листву, убирают во дворе, наводят порядок в цветниках, но зимой, соответственно, чистят дорожки от снега. В рамках республиканского челленджа по уборке снега наши бойцы молодежного отряда охраны правопорядка Ленинского районного комитета БРСМ пришли на помощь подопечной. В Ленинском районе конкретно челлендж стартовал буквально со дня на день, когда снег выпал в полном объеме, но акция будет продолжаться на протяжении всей зимы по мере, скажем так, погодных условий. Вот на следующей неделе у нас тоже запланировано уже несколько акций, тоже с подопечными территориального центра, которые нуждаются. И пока одни устраняют проблемы локально, другие усиленно работают на территории всего города. Жаркий сезон в этот красивый и снежный период начинается у специалистов коммунальных служб. Они оперативно и качественно включились в работу по очистке заснеженного города. Противостоять стихии вышли отважные коммунальники, и в помощь им специальная техника. К слову, в случае аномальных погодных условий и большого количества осадков, помощь им окажут порядка 25 сторонних городских организаций. Работает 26 пескоразбрасывателей, 8 тракторов с отвалом и щеткой и 4 погрузчика. В случае обильных снегопадов мы готовы увеличить количество пескоразбрасывательной техники до 32 единиц, 11 тракторов с отвалом и щеткой и 14 погрузчиков снега. В случае необходимости вывоза снега это будет 25 самосвалов для вывоза снега. Да, для специалистов коммунальных служб зима прибавила забот. А вот для детей, не только для них, появился очередной повод для радости. Упускать возможность прокатиться на санках с ветерком, поиграть в снежки или покататься на лыжах ребята не могут. А город им создает необходимые условия. Заливают катки и следят за комплектацией школ зимним инвентарем. В течение года мы держали на контроле комплектацию наших учреждений образования зимним инвентарем, выполняя поручения президента, вот, готовились к зиме. В общем, в целом, наверное, первые шаги, скажем так, к такому качественному подготовке наших детей, занятия лыжным спортом, проведение различных снежных праздников. В общем-то, хочу сказать, что все это есть. Я сегодня посетил несколько школ в Московском районе, вот, в Ленинском районе. И в целом могу сказать, что есть подготовка, есть желание со стороны руководителей учреждений образования, желание со стороны учеников, вот, заниматься лыжным спортом, использовать лыжный инвентарь.
и проводить различные соревнования. Не стоит затягивать с тем, чтобы провести время на свежем воздухе, порадоваться снегу и солнцу, ведь крещенские морозы имеют свойство заканчиваться. Словом, в эти выходные зима еще успеет пощипать щеки и засыпать пушистым снегом. Столбик термометра опустится до минус 18 градусов. В выходные дни погода будет определяться затоком холодного арктического воздуха, неустойчивого. Поэтому местами по области ожидается кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица и усиление морозов. Температура воздуха ночью 17-22, при прояснениях до минус 24. Днем 10-15, местами до минус 17 градусов. Правда, сильные морозы не страшны тем, кто к ним готов, а потому, вооружившись санками и лыжами, не забыв про термос с теплым чаем, отправляйтесь в лес. В эти дни он по-настоящему красив. В своем итоговом еженедельном разговоре мы бы хотели вернуться к теме, актуальность которой сегодня подкреплена не только цифрами статистики, но и огромным количеством ситуаций, которые происходят с нашими знакомыми. Проблема краж с банковских карт по-прежнему в центре внимания представителей правоохранительных органов. Мошенники лихо меняют свои схемы, используя для обмана граждан все более изощренные методы. Если раньше данные банковских карт злоумышленники пытались получить посредством переписок в социальных сетях от имени друзей и родственников, то теперь все чаще мошенники выходят на связь с потенциальными жертвами, предлагая якобы интересные новинки и услуги, подключить которые можно только назвав свои персональные данные. Мы решили, что будет не лишним еще раз вернуться к этой теме и напомнить, как себя вести, чтобы не стать легкой наживой для аферистов. Добрый день! Я сотрудник службы безопасности банка. С использованием вашей банковской платежной карты происходят подозрительные операции. Давайте перепроверим ваши данные. Мне нужен номер вашей банковской платежной карты, фамилия, имя, отчество. И сейчас вам на телефон должно поступить смс-сообщение. Сообщите мне, пожалуйста, его содержимое. И уже вот тут доля сомнения должна возникнуть в уме бдительного человека. То, что попытался узнать лжеспециалист, настоящим банковским сотрудникам известно достоверно. Следовательно, продолжать беседу дальше не стоит. Специалисты банка могут звонить и звонят клиентам, но в большинстве случаев, чтобы проинформировать о чем-либо, рассказать о новых услугах и сервисах, напомнить, что истекает срок действия карты и ее необходимо заменить. Но после следует приглашение в отделение банка для проведения всех необходимых манипуляций с использованием личных данных в присутствии клиента. Хочу отметить, что специалист банка знает, кому звонит и располагает всеми необходимыми данными и никогда не будет спрашивать у вас о полном номере карточки, то есть о 16 цифрах, сроки ее действия, пин-коде, CVC-коде, который расположен на обратной стороне карты. Работник банка также не будет вам предлагать перейти по каким-либо ссылкам, скачать, а затем установить дополнительную программу, якобы для защиты или возврата денежных средств, ну, и либо пройти идентификацию каким-либо другим способом. Если поступают подобного рода просьбы по телефону, требующие передачи указанной информации под угрозой потери ваших денежных средств, я рекомендую вам заблокировать карточку по номеру, указанному на оборотной стороне, либо посредством интернет-банкинга, м-банкинга, а затем самостоятельно обратиться в банк по официальным номерам телефонов и разобраться ситуации. Ответственность за банковскую карту в первую очередь лежит на ее непосредственном владельце. Совершать покупки в магазинах и кафе, выполнять платежи за услуги и переводы может только ее держатель. Малейшая утечка личных данных нередко стоит не только неприятностей, но и достаточно весомых финансовых потерь. В 2020 году следователями Брестской области было возбуждено 3092 уголовных дела по статье 212 Уголовного кодекса Беларуси. Для сравнения, в 2019 году было возбуждено 920 таких уголовных дел, а в 2018 году 505. В настоящее время также частично изменился способ совершения таких преступлений. Если несколькими годами ранее мы наблюдали, что злоумышленники похищали лишь незначительную часть денежных средств,
находящихся на счету, что не позволяло держателям банковских карт и владельцам счетов обнаружить само хищение, то в настоящее время денежные средства со счетов похищаются, как правило, полностью. Причем не всегда это касается прямых телефонных разговоров. Нередко мошенники делают так называемую вирусную рассылку. Предлагают перейти на лжесайт, который от оригинала отличается лишь одной или двумя буквами в доменном имени. И уже там оставляют свою форму для якобы оплаты услуг. По неведению или невнимательности человек вносит необходимые реквизиты и на выходе остается ни с чем. 26 декабря 2020 года неустановленное лицо совершило звонок 55-летнему жителю города Бреста при помощи мессенджера Viber и представилось сотрудником банка. Сообщило, что по банковскому счету последнего происходит списание денежных средств и с целью остановки данного списания попросило предоставить реквизиты банковской пластиковой карточки. В результате держателю банковской пластиковой карточки был причинен имущественный вред более 1000 белорусских рублей. Покупка через интернет также не всегда может увенчаться успехом, особенно если стоимость желанного товара с большим набором характеристик существенно ниже рыночной. Как правило, такие сделки проходят на интернет-платформах купли-продажи изделий БУ. Хозяин обещает исключительное качество предлагаемого товара и просит внести сумму за него перед отправкой. Покупатель исправно ждет посылку, но вместо желаемого получает лишь разочарование и финансовую потерю. Проблема в том, что люди не знают, что покупают. Думают, что приобретают дорогостоящую вещь, за которую платят денежные средства, а получается совсем другой товар. Как обезопасить себя от мошенников? Ответ прост. Ни при каких обстоятельствах не терять бдительность и совершать любые операции лично и исключительно на установленных официально платформах, чтобы удар рублем не стал для вас нокаутом. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич специально для программы «Итоги недели». В Бресте, как и во всей Беларуси, завершился масштабный благотворительный марафон добра «Наши дети», который уже четверть века помогает детишкам стать немного счастливее. Если хотите, твори для них чудеса. И если изначально участники акции стремились навестить детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, детей-сирот, воспитанников школ-интернатов, то сегодня задача куда масштабнее – уделить внимание каждому ребенку. Дома семейного типа, тысячи ребят, в том числе и с особенностями развития, смогли хотя бы ненадолго поверить в сказку, в чудеса, поверить в добрых людей. Сколько заветных желаний удалось исполнить в этом году, сколько неравнодушных сердец откликнулось на призыв добра, на эти вопросы ответ прямо сейчас. Под красиво украшенной елочкой Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации «Стимул» лежат новогодние подарки. А в роли Дедов Морозов, исполняющих заветные желания воспитанников центра, специалисты из жилищно-коммунальных служб. В этом году мы, как обычно, Деда Мороза приносят с подарками. Мы тоже и конфеты принесли деткам, и самокаты, которые подойдут для разного возраста, для развития их. Продолжим наше дальнейшее сотрудничество. Каждый год нам приятно помогать им. И чем можем, как говорится, мы за таких детей, за их развитие. Время для добрых дел в плотном графике работы специалистов службы ЖКХ всегда найдется. Они взяли давно под свое крепкое крыло центр «Стимул» и стимулируют его не только в праздники. Укрепляют материально-техническую базу, помогают с капремонтом и благоустройством территории. По мере сил и возможностей делают все, чтобы особенные дети развивались в комфортных условиях. Как благодарность от воспитанников центра новогоднее представление доброе и веселое. Благодаря помощи Брестского городского ЖКХ у нас появилась теплица, у нас появились благоустроенные дорожки, которые замечательно подходят для ребят с нарушением функции опорно-двигательного аппарата. По ним ребята без препятствий передвигаются по территории нашего учреждения. Текущие ремонты нашего учреждения, ну и, конечно, добрые подарки каждому ребенку. Каждый ребенок ждет подарки на Новый год, и он непременно их получает. И наши шефы дарят ребятам всегда замечательные подарки. Они служат развитию наших ребят и процветанию нашего центра в том числе. Такие подарки, безусловно, помогут воспитанникам центра «Стимул» в их реабилитации и обучении. К слову, специалисты жилищно-коммунального хозяйства без подарков тоже не остались. В знак благодарности им преподнесли картину, которую нарисовал учащийся центра Матвей Вельгас. Он очень любит картинки в интернете, именно фотографии. То есть мы смотрим, подписаны там на разные группы, в Инстаграме, где вот такие яркие именно фото. Ну вот, посмотрели, распечатали,
он эти картинки раскладывает, все выбирает, что будет. Ну, а выбрали эту, потому что ЖКХ к нам пришло, я думаю, в тему им. За время новогодних и рождественских праздников было много благотворительных мероприятий, на которых дети, кроме подарков, получали внимание и заботу. Участниками этих проектов были дети из малообеспеченных и многодетных семей, малыши с особенностями развития, воспитанники социально-педагогического центра. Не остались без подарков и внимания и те дети, которые много трудились и достигали определенных высот. Победители областных и республиканских предметных олимпиад, победители творческих конкурсов и спортивных состязаний. Вручение памятных подарков, которые каждый из этих юношей и девушек заслужил своим талантом, настойчивостью и упорством, ведь каждый из них искренне увлечен выбранным делом, оставлять которое уже не планирует. Волонтеры и военные, члены общественных объединений, предприятия, организации, депутаты – всех не перечислишь и нет точной цифры. Но все они откликнулись на призыв добра и исполнили заветные желания девчонок и мальчишек, положительные эмоции от которых будут греть их еще очень и очень долго. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в YouTube. Мы встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Кузьмич, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы!